Мне приказано. Товарищ Сантос. Сядь. Ты хочешь мне что-то сказать? Товарищ Сантос, я пришла сказать, что вопрос, по которому вы прибыли в Москву, согласован, и вам больше не о чем беспокоиться. А больше ты ничего не хочешь мне сказать? Я хочу, чтобы все слышали. Ты работаешь на КГБ. Что? Ты была со мной по заданию своих хозяев. Тебя платят за то, чтобы держать меня под прицелом. Как дешевые проститутки. Убирайся отсюда и больше никогда не попадайся мне на глаза. Сень, привет. Ты чего здесь одна на морозе? Воздухом решила подышать. А, ну самое время, да. Случилось что-то? Вот ты говорила, что нужно надеяться на лучшее. Ну, так, конечно, на что же еще надеяться? Не нужно надеяться, больнее падать. Понятно. Что делать собираешься? Так, вставай-ка. Воздух — это, конечно, наше все, но грипп тебе совершенно сейчас ни к чему. Давай, пойдем домой. Надо выпить горячего молока с медом и выспаться хорошенько. С такой замороченной головой решения не принимаются.
Да нет у меня молока. И мед тоже нет. У меня есть. И молоко, и мед. И вообще, у меня как в Греции, все есть. Пойдем. В гостинице встречался с Андерсом. Уверил его, что все договоренности будут соблюдены, а соглашение мы подпишем в течение недели. Все верно. С эфиопами никто не хочет связываться. Все идет к тому, что груз уйдет в Никарагуа. Сантос плохо отреагировал на отсрочку. И вообще, был крайне раздражен. Мне показалось, что люди Андропова закинули никарагуанцам какую-то информацию, тем самым вселили в них сомнения по поводу нас. Во всяком случае, тон Сантоса был по меньшей мере странным. Юрий Владимирович не хочет признавать поражение. Пора поставить ему мат. Передай Сантосу, что соглашение будет подписано завтра. И чтобы послезавтра духу и здесь не было. Ксения Романовна, вы почему трубку не берете? Что с вами? Все в порядке, Вик. Там Ингрид Карлсон вас ищет. Я сейчас поднимусь. Доброе утро. Я уже стала волноваться, что не увижу вас. Мое заточение сегодня заканчивается. Через несколько часов я улетаю. Я очень рада за вас. И тому, что скоро вернетесь домой, и тому, что дела удалось быстро закончить. Быстро. Это была целая вечность. Я продержалась только благодаря вам. Я вижу, вы торопитесь. Будем прощаться. Я не хочу говорить вам «прощайте» в надежде, что мы обязательно еще встретимся. Конечно, Ингрид. Счастливого пути. Мануэла. Меня зовут Мануэла. Я считаю, что вам можно об этом знать. До свидания, Мануэла. Так вот, как вы ведете дела. Мы боремся с оставленниками США. Проливаем кровь за идеалы свободы. Верим в то, что Советский Союз готов оказать нам братскую помощь и поддержку, а вы втыкаете нож нам в спину. Что вы имеете в виду? Вчера я получил информацию, что наш груз будет отправлен в Эфиопию. Кто сообщил вам эту информацию? Вы полагаете, я не понимаю, зачем они здесь? Товарищ Сантос, Советский Союз поддерживает много стран по всему миру, в том числе Эфиопию. Но это совершенно не значит, что вы не получите то, о чем мы с вами договорились. Тогда я не понимаю, зачем вы уничтожили мою жизнь. Товарищ Сантос, вы, как я вижу, немного не в себе. Ну, возможно, акклиматизация. Вам стоит отдохнуть. Передайте вашему правительству, что завтра меморандум о сотрудничестве будет подписан. На этом позвольте откланяться. Когда они обещали дать ответ? Сегодня. Во сколько? Сказали, позвонят.
Вы из Никарагуа? Как вы догадались, у вас на рубашке флаг сандинистов. Предлагаю выпить за победу наших революций. За победу. За победу. Вам удалось получить помощь СССР? Удалось. Но в обмен на это я отдал свою жизнь. Я все понял. Никакой встречи с русскими сегодня не будет. Наш груз передан никарагуанцам. Я не позволю никому меня оскорблять. Я никогда не прощу им этого унижения. Они так гордятся этим муравейником и так дорожат дружбой с сандинистами. Прекрасно. Мне заняться этим сейчас? Хотите заказать еще одну экскурсию? Нет. Ты говорил, что можешь купить сувениры, продукты. Хорошо. Что вас интересует? Икра? Водка? Нет. Мука, растительное масло, пероксид? Что такое пероксид? Это таблетки. В аптеке продаются. Паяльник. Зачем вам все это? Сувениры на память. Мы хорошо заплатим. Знаете, до сих пор я представлял себе сувениры несколько иначе. Икру я могу предложить по очень хорошей цене, но масло и остальное из списка продается в любом магазине. Послушай, нам нужны эти продукты. Мы просто не хотим привлекать внимание. Извините, ничем не могу помочь. Удачи. По-моему, он догадался. Просто жадный. Нужно дать еще денег. Вы что, не поняли? Я ведь ясно сказал. Я не буду ничего для вас доставать. Хорошо, но мне нужно время. Завтра. Договорились. Виски.
Подъем! С ума сошел? Дрыхнешь? Имею полное право. Я полторы недели без сна. Хочу, чтобы ты зарядил еще пару номеров. Кого еще нелегкое несет? Подпольного миллионера. Батишвили Лашу Кукуревича по кличке Никела. И что? Пусть менты этим занимаются или девятка? Ну, менты у него все купленные. Девятка его вообще профукала. Они даже не в курсе, что весь контрафакт, который толкает гостиницу, производит Никела. И что? Мы-то какое к этому отношение имеем? Гучишвили не просто цеховик. Он внук легендарного революционера. Именем его деда в Батуми даже улица названа. Поэтому здесь чистая идеология. Взорвался внук, позорит предков, и наша первостепенная задача – наставить его на путь истинный. А вообще у него в Москве намечается крупная сделка. Поэтому местные менты так засуетились. Даже номерок ему организовали в гостинице. О как! Это тебе не дамские бредни слушать. Да уж, сюжетец намечается грандиозный. Добрый вечер, красавица. Добрый. Вам насчет меня звонили. Батишвили Лаша Кукуревич. Один номер для меня и два номера для моих друзей. Одну минуточку. Слушаю. Леночка, это я. Прибыл очень уважаемый гость. Полулюкс и два двухместных поближе. Да. Лариса Васильевна просила. Уморишьте его еще минут 15, а потом селите в северном корпусе, как договаривались. Ясно? Ясно, Леночка, спасибо. Товарищ Батишвили, все в порядке. Номера есть. Можно паспорта у ваших друзей? Конечно. Пожалуйста. Да? Я на минуту. День просто сумасшедший. Соломон Маркович работает как подорванный. Пришлось Скворцова с ним оставить. Надежнее было бы, если бы ты сам за ним проследил. Да, это понятно. Но у меня не было выбора. Сантос с обеда пил в ресторане. Несколько проституток шуганул. Без мордобоя, конечно, но все-таки. Его завтра в горком везти, а он никакой. Еле отвел его в номер. Ксения, я обещал тебе не задавать личных вопросов. Но я же понимаю, что что-то серьезное случилось вчера в номере у Сантоса. Леш, не надо. Ладно. Я просто хочу, чтобы ты знала одно. Как бы ты ни поступила, я попытаюсь тебя понять. Ты должна знать, что у тебя есть как минимум друг. Я знаю, что я во многом был неправ, но... Вот, возьми. Вчера не успела тебе вручить. С праздником.
Доброе утро, Вика. Доброе утро. У меня сегодня дежурство по гостинице. Поэтому давайте коротко самое основное. Что у нас на сегодня? В концертном зале вечером Райкин выступает. Будет горком и исполком в полном составе. Давайте начнем с утра. Извините. Товарищ Михеев по броне Урал, Маша должен ехать. Угу. Михеев на вас. Потребуется внимательность и исполнительность. Насколько мне известно, он метит в министра. Сами понимаете, не рядовой гость. А еще у никарагуанской делегации торжественный ужин в университете Дружбы народов. Их 5 человек, я заказала 2 машины. Угу. А у болгарской делегации визит в Большой театр. Ясно. Дальше. Анжела, дорогой, плохо выглядишь. Пьешь? Не доедаю. У тебя телефон плюсовой, ты знаешь? Слушают? Слушают. Так что ты языком поаккуратнее и ребятам передай. Это сигнал, конечно. Спасибо. Но с прослушкой надо. Надо что-то придумать. Что ж ты хочешь, чтобы я придумал? Ну, что-нибудь. Ты же умный и жадный. Деньги завтра привезу. Что в цехе? Абхазы там забаррикадировались. Мы пока не лезем, они там все с оружием. Знают, сволочи, что в центре никому стрельба не нужна. Думают и выжидают, что мы дальше делать будем. Товарищ, вы вниз или наверх? Вниз. Спасибо. Николай Иванович, это Виктория, сотрудница наша. Я сегодня на дежурстве, поэтому по всем вопросам, пожалуйста, к ней. Очень приятно. Ксения Романовна, а это вам, как говорится, Урал, опорный край державы. Его добытчик и кузнец. Спасибо. А вы надолго к нам? В этот раз надолго. Назначение получил в министерство. Перебираюсь в Москву. Буду жить-поживать у вас тут, пока служебную квартиру не дадут. Поздравляю. Поздравлять еще рано. Совещание-то в министерстве только в понедельник. А я нарочно пораньше приехал, чтобы выходные захватить. Вы извините, бежать надо. Виктория, да? Вика, я вечерком хочу собрать друзей, с которыми в Баумнике учился. У нас там юбилей курса, 25 лет выпуска. Ну и назначение мое в министерстве. Хочется спрыснуть это в неформальной обстановке, пока текучка не засосала. Зальчик в ресторане высотки организуете и пропуска. Конечно. Ваша карточка. А. Спасибо. Астамура на терке мне сюда вызовешь. Пусть почувствует себя на чужой территории. Спокойнее будет. Ресторан высотки закажи. Там хороший вид, хороший повар. Посидим, поговорим. О, твои грузины активизировались. Они вызывают какого-то Астамура. Через час в ресторане. Никел встречается с Астамуром у нас. Отлично. Это просто отлично. Кушай, пожалуйста. Здесь очень вкусно готовят. Я бы сам каждый день сюда на обед приезжал. Кушай, дорогой, кушай. Спасибо, я не голоден. И не есть сюда пришел. Разговор серьезный. Никела, не по понятиям живешь. Забыл, кто тебя прикрывает? Астамур, я к тебе со всем уважением. Ты ворон авторитетный, а я так, простой бизнесмен. Джинсы пошил, на базаре продал. Я очень давно живу на этом свете и кое-что видел. Послушай меня, Астамур. Нечего слушать. Плати в общак, а мы тебе твой цех вернем. Зачем? Кто сказал? Я живу в социалистическом государстве, и моя милиция меня бережет. Ты что, ментам продался? Почему продался? Я договорился. Мы же все цивилизованные люди. Ну, в основном. С ментами якшаться западло. Западло. По понятиям. А по бизнесу?
кто решил, что западло? Один умный человек, знаешь, что сказал? Все течет, все меняется. Так, давай по-хорошему. Ты платишь. Мы тебя не трогаем. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Ну зачем? Зачем ты меня пугаешь? Кто у тебя в бригаде? Вот эти пацаны, которые с тобой в Сухуми футбол гоняли. А у меня юристы, бухгалтеры, спортсмены. Есть даже чемпион по пулевой стрельбе. Вот такой парень. Слушай, а хочешь, я тебя с ним познакомлю? Так, отвезусь. Дохнуть его надо. Все, едем к химику. Привет. Здрасте. А вы случайно дверью не ошиблись? Нет. Мне кассету переписать надо. Срочно. 10 баксов. Сколько? 10. Только мне прямо сейчас надо. Я думала, здесь какие-то чмошники очкастые сидят. Ты ничего, симпатичный. В общем, у меня здесь раствор натриевой соли, алифатической сульфокислоты. Вам-то, конечно, ни о чем не скажет. Диасоединение с высоким тротиловым эквивалентом. Так понятно? Ты дело говори. Как работает? В общем, пока это раствор, все условно безопасно. Пить нельзя, но не взрывается. Вы разольете это там, где вам нужно, оно высохнет, потом кто-нибудь наступит или хлопнет дверью, и будет взрыв. Если поджечь, кстати, тоже. Я все возьму. Денег ему дай. Происходит? Ничего. Что, совсем обалдело? С тобой о чем договаривались? Ты просто стягиваешь с парня штаны, чтобы я вас мог застукать. Нахрена было пожар устраивать, а? Да я не нарочно. Не нарочно. Я сделала все, как вы сказали. А он оказался такой страстный. Ну, паяльник упал. Лучше у него другое что-нибудь упало. Тебе замучаешься с этими протоколами. Ладно, иди пока. Для Михеева нужно забронировать вон те столики. Важно, чтобы ему и его гостям все понравилось. Случайных людей быть не должно. Я очень постараюсь, Ксения Романовна. А вы подскажите, что бы им такое поинтереснее предложить? Да, конечно. В смысле, конечно? Ксения Романовна. А, простите, а что вы спросили? Ну что, поджигатель, плохи твои дела. Это ж на диверсию тянет. Какая еще диверсия? Просто несчастный случай. Хорош, гусь. Просто несчастный случай? Вот это ты дознавателям и расскажешь. Про несчастный случай, про несчастную любовь с проституткой на рабочем месте. А я еще добавлю использование аппаратуры и оборудования в корыстных целях.
А еще вражеская пропаганда, у тебя какие-то фашисты по стенам висят. И получишь ты, друг мой, не одну статью, а целый букет. Хочешь? Вот. Вот это правильно, что ты не хочешь. Потому что если я раскручу это дело, сядешь ты, ох, как надолго. Сейчас-то он совсем молоденький еще. А выйдешь стареньким. Что ты, нюнь-то распустил, как баба? Мы с тобой еще ни о чем не договаривались. О чем не договаривались? А о том, как сделать так, чтобы все закончилось хорошо. Ты мне кое в чем с электричеством помогаешь. Я тебя отсюда за это вытаскиваю. Провода молоточные, как на телефоне. Я замкну их на осветительную сеть, и все, что у них там подключено, сразу гавкнется. Толковый ты парень, я смотрю. Это здесь. Соломон Маркович, вы простите, что я вас тороплю. Мне просто нужно подойти в фойе концертного зала. Не могли бы вы на сегодня закончить работу? Милая моя, сейчас прерваться я не могу даже по приказу Господа Бога. Пока эмаль не застыла, я должен успеть нанести рисунок. А зачем вы, собственно, сидите здесь со мной, как с младенцем? У вас же есть на это специально обученные люди. Где ваш друг? Да, капитан Ракитин сейчас на концерте Райкина. Приехали гости из правительства. Я как раз туда и спешу. Ну, где уж мне, старому Соломону, тягаться с Райкиным, а тем более с правительством. Идите, идите. Хорошо. Я предупрежу дежурную на этаже. И вы, как закончите работу, обязательно позовите ее и сдайте ей канистру. Не оставляйте бензин в номере. Ну, зачем мне делать нервы себе и вам? Еще часок, и я звоню дежурной. Так что успокойтесь. Бегите. Давай выпьем за твою победу. За твою удачу. Пусть она принесет победу твоим друзьям по борьбе. Мы победим. В этом нет сомнений. И горе любому, кто встанет у нас на пути. Смотри, в Москве красивые женщины. Хочешь, подарю тебе девушку в знак нашей дружбы? Заткнись. Или двух. Заткнись. Стоять! Успокоились. Я провожу вас в номер. Пойдемте. Совсем расклеилась.
Знабит, меня сейчас второе отделение начнется, я пойду домой, ладно? А наши все знают, я думаю, справятся. Ты перезаражай всех. Ну, конечно, иди. Я прикрою амбразуру, если что. Водитель Искры сегодня дежурит на развозе гостей. Пока концерт идет, он тебя отвезет и вернется. Поздравляю. Спасибо, Леш. Ты настоящий друг. До завтра. Николай Иванович, вашим гостям все нравится? Все идеально, Виктория. Вы просто волшебница. Так все прекрасно организовали. А хотите ко мне в министерство? Нам такие организаторы нужны. Да вы что, Николай Иванович, ну какой из меня чиновник? Симпатичный. Андрей Дормидонович, не ожидала. Вот ко мне, я просто бегу, машина ждет. Вы... Я вас долго не задержу, я просто хотела еще раз вас увидеть. Да, вот... Вы знаете, я в последние дни все думаю. Даже как-то непривычно. Нет-нет, вы не подумайте, не думать непривычно. Просто, ну, отдыхать не умею. Я ведь, считай, последние 8 лет и в отпуске толком и не был. Боялся надолго отлучаться. Думал, что без меня тут все запутается, перепутается. А разве же это можно допустить? Думал я, что без меня хозяйство гостиницы никак не удержаться на должном уровне. Все бегал, все суетился. От меня чего-то хотели, я чего-то добивался. Вот. А вот, вот сейчас сел в кресло, надел домашние тапочки и задумался. Да вот нет меня. А ведь ничего же не пропало. А? Все идет своим чередом. Даже, может быть, лучше, чем было. Потом будет еще лучше. Это хорошо. Вы не подумайте, я только рад буду этому. Но вот одно только обидно. Что меня тут дурным словом поминать будут. Потому-то я и хотел вас увидеть. Простите меня, Ксения Романовна, если получится. Виновата перед вами. Ну что вы, Андрей Дормидонович, мы будем скучать без вас. Вы так устроитесь на новом месте, вы звоните, заходите по старой памяти. Хорошо? Очень надо. Гражданин, но я же вам все объяснила. У нас пропускная система. Пусть ваш земляк оставит заявку или спустится за вами. Сюрприз сделать надо. Вино домашнее передать. Девушка, как сестру прошу. 5 минут, а? Я туда и сразу обратно. На самолет опаздываю. Мамой клянусь. Ну что с вами делать?
Только быстрее давайте. Ой, спасибо, красавица. 5 минут. 4 минуты. Ну что, Эрик, я слышал, у тебя неприятности. В гостиницу не пускают. Временные трудности. Разберемся. Хорошо. Мне нравится с тобой работать. Знаешь, какой я тебе хороший товар принес. Ну, надеюсь, что хороший. Посмотреть можно? А как же? А ну, принеси. Деньги давай. Ты что, не доверяешь мне? Гарик, ты очень надежный партнер. Давай с тобой выпьем, чтобы закончились все твои неприятности. Выпьем? Ты что, заболел? Почему так долго? Где товар? Тело. Там человек из Тамура. У нас проблемы. Эрик, посиди недолго. 5 минут. Сейчас все будет. Подождите, какие 5 минут? Сейчас все будет. Так-то лучше. Зачем ты его в номер притащил? Соседи нас видели. Значит так. Напоите его как следует, чтобы в стельку был. Потом спокойно из гостиницы выведем и запросим в тихом месте. У тебя что-то опять горит. Ты ничего мне не верит, паяю просто. Были я и ты.
Ну что же это, а? Нам гости звонят, жалуются, дымом пахнет. Вы сидите тут, ни сном, ни духом книжки читаете. И правда пахнет. Странно, сигнализация молчит. Лейтенант Скворцов, ко мне только что подходили дежурные с 8-го и 9-го этажей. Говорят, дымом пахнет. Так, стойте здесь. Никого не выпускайте, не впускайте. Если что, действуйте по инструкции. Трубку сними. На этажах задымление. Будьте готовы дать оповещение. Пожар.